Доброго времени суток, с вами Данил Арышкин. 12 часов, 12 минут, 12 секунд, 2012 год. Не сейчас. Было ровно 10 лет назад. Именно 10 лет назад я начал вести свой видеоблог. Не просто выкладывать клипы, видеоролики, типа короткометражек, нет. 12 декабря 2012 года, 12 часов, 12 минут, 12 секунд, я обратился к вам, к зрителям моего канала, именно как автор в одном лице, как видеоблогер. И вот прошло 10 лет. 10 лет я видеоблогер. Как звучит-то? Моя профессиональная карьера даже меньше в годах исчисляется, нежели вот это вот все. Этим видео, помимо того, что я опять фиксирую красивые чиселки, циферки, даты и так далее, я, во-первых, хочу сказать спасибо тем, кто меня смотрит, неважно сколько лет, возможно, и 10 лет назад вы начали уже меня смотреть, может быть, 5 лет назад, может быть, позавчера только зашли на мой канал. И сейчас я опять у вас в рекомендациях. Всякое может быть. Спасибо вам. Спасибо мне, то, что я здесь остаюсь. И несмотря на малое количество подписчиков, просмотров, занятости именно основной деятельностью по зарабатыванию денег, я все равно нахожу время, прихожу в интернет, прихожу на YouTube и иногда вещаю для вас. Делаю смешнявки или не смешнявки. Делаю авторский контент или какую-то проходную херню. Всякое бывало, всякое делаю. И всякое буду продолжать делать. Например, подписчики моего телеграм-канала, они, возможно, ждали, что сегодня выйдет ролик по сжиганию калорий, про КБЖУ, про как правильно похудеть и вообще разобраться в этой тематике. Я это обещал им 10 октября этого года. И не будет сегодня ролика, посвященного этой теме. Сегодня мы празднуем 10 лет. Просто делать на такую дату ролик про, ну, около спорт, я посчитал, что это не совсем будет корректно касательно самого себя. Это первое. Второе, я немножечко отъебался, но в любом случае такой ролик будет, я сделаю, не переживайте. Будет и полезная информация, скажем так, применимая и теоретически, и практически на моем канале. Вот. Но, а так, надеюсь, что YouTube никуда не денется, и через 10 лет мы также встретимся. Я также в черном и в шляпе запишу видео с фиксацией времени, скажу, что вот, еще 10 лет прошло, и можно будет отмотать немного времени назад, посмотреть всякое странное на этом канале, чтобы либо убить время, либо задумываться, выйти на диалог, ну или свои варианты предлагать, не знаю. У каждого своя голова. На этом, я думаю, все. Давайте закончим, как всегда и как начинался мой видеоблог. Не будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.